Damn, you're so fine. Всем привет, дорогие мои! 9 часов, а я возвращаюсь уже с моря. Начинается мой новый рабочий день. Никого нет на набережной, кроме меня. Это мое и ваше. А, машина проехала, полицейская. Вот, мои дорогие друзья, иду я домой. Вся в думах, в раздумьях. Сегодня так почему-то плохо спала. Впервые за сколько времени я несколько раз просыпалась. То пить хотела, то еще что-то. И проснулась в половине седьмого. Почему-то меня потянуло на море. Сегодня мы идем на свадьбу турецкую, азербайджанскую, я вам рассказывала. Вот. Но это будет вечером, а утром. А днем какие-то свои дела. Скоро мои внуки будут у меня здесь, знаете. Такое прямо состояние, даже не знаю, радости, может быть, да, вот этой вот предстоящей поездки. Все-таки это как классно действует на психику, когда ты знаешь, что ты куда-то поедешь. Вот это дискомфорт, что нужно собирать сумки. Все равно какие-то сумки надо собирать, хоть чуть-чуть, да? Вот туда ехать, туда, да, все-таки это какой драйв, ездить куда-то. Это классно, хоть это и утомительно, и сложно, но в жизни не должно быть все гладко. Должно что-то меняться, чтобы мы запасались энергией. А это как красивое, да, как всегда. Мои дорогие девочки и мальчики. Вот у меня одна подписчица, хочу обсудить ее комментарий вместе с вами. Я была на свадьбе в белом платье. И вот она мне написала такое сообщение, ну, мол, это неуважение к невесте. Вот как вы думаете, это неуважение, если я одела белое платье? Мне кажется, я эту невесту вообще и не знаю, и не видела, и ничего. А какое уважение может быть, когда белый цвет – это символ чистоты, и я себя олицетворяю с этим. И мне нравится, если у меня платье белого цвета, коктейльное. Оно что, обязательно должно быть белое? Свадебное? Нет. Мне кажется, какая разница. А если мне не нравятся другие цвета, черные одеть, что ли? А вы как к этому относитесь? Вот она написала, что это неуважение к невесте. Ну, я благодарю за ее мнение, да. Может, она где-то живет в другом мире. Я не знаю, кто за этой фотографией с кошкой. Да, вы знаете, что я могу сказать? Что если человек уверенно в себе несет мир порядочный, он никогда не поставит какую-то кошку или собаку в профиль или цветочек, а поставит свое лицо, потому что он не боится публичности, не боится, отвечает за свои слова, а не так прячется за кошку и собаку. Вы согласны со мной, мои дорогие? Поэтому почему я должна реагировать плохо? Благодарю за ваше мнение. Кто там у нас, своя обезьянка или что там у вас, какой логин там, ник какой. Ну, в принципе, вот такой комментарий у меня. А так в основном нормальные все, адекватные у меня подписчики. Ну вот интересно, может, я не права, что это неуважение к невесте, да. Вот, смотрите, как тихо, 9 часов утра, как тихо. А знаете, как это классно? Я люблю суету тоже, но я люблю одиночество. Я по натуре сама в денежном треугольнике единичка. Мне нужно обязательно одиночество. Мне нужно... Я наполняюсь энергией. Вот просто побыть одной. Это такое классное состояние. А, автобус сюда едет. Интересно. Видите, автобус едет по Вираншахиру. Ага. Спасибо, нам не нужно никуда ехать. Ну вот, мои дорогие, я готова. Я готова идти на свадьбу. Это мое свадебное платье, которое я переделала. Одеваю третий раз в жизни. Один раз на свою свадьбу.
второй раз на свадьбу племянницы и третий раз сейчас. А почему оно... Сейчас опять напишут в комментариях мне, белый цвет, неуважение к невесте. Но я хочу быть красивой, я хочу быть как невеста. Поэтому не считаю, что это неуважение. У кого что есть, тот и одевает правильно. Забыла вам показать, какие я босоножки купила. Тут раз они такие классные. Сижу, жду такси. Мои дорогие зрители. А муж какой у меня красавчик. Сейчас покажу вам, смотрите. Он там ходит. Видите? Воображает. На всем белом. Новая сорочечка. Ох. Аж кемчик мой. А время еще 25 минут. Так что мы успеем. А я сижу такая вся Дольче Габбана. Мои дорогие, Дольче Габбана. Никогда не думала, что придется носить это платье. Так классно. Я думаю, почему? Хорошо, что оно у меня есть. Тогда он дорого дал за него. Я помню, 2000 или 1000 лир тогда отдал он за него. Думаю, боже, какие цены. А 300 лир было $100 в тот момент, когда он отдал. Вот, я помню. Вот такое платье красивое у меня. Такое место красивое. Мы пришли, мои дорогие зрители. Пока никого нету, мы первые. Марты отель. Друзья мои, оказывается, я такая слепая. Невеста-то давно уже здесь с женихом ходит. Они, в принципе, не сейчас поженились, а давно уже поженились. Поэтому и ходят. Наверное, полгода назад поженились они точно. Мы вместе живут. И мы пересели за другой стол. Так вот. Наконец-то пришли! А это кто?
поедаю печенье. Посмотрите, какой красивый тортик нам принесли. Сейчас самое интересное. Родственники.